Яндекс News. Добрый день. Сегодня вторник, день добрых дел на радио Болтком. Традиционно у нас в эфире программа «Зеленая лампа». Это программа о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. И веду ее сегодня я, Рита Трошкина, наш звукорежиссер Родион Золотарев. Гостья сегодня с нами в студии по скайпу, помогает включать нам зеленую лампу, актриса, телеведущая Ирина Безрукова. Здравствуйте, Ирин. Здравствуйте. Очень рады вас видеть. Спасибо, что вы согласились помочь нам. Наша программа сегодня помогает шестилетней девочке, шестилетней рижанке, которую зовут Ксения. Она, там такая проблема, что девочка не слышит с рождения, да, она глуха с рождения, и поэтому она не может говорить. Две операции перенес этот ребенок уже в 2,5 года и в 4. В 2 года и в 4,5 две тяжелых операции, ей были вшиты импланты, и звуки она стала слышать, но речь у нее так и не развита. То есть она очень хочет говорить, это чудесный ребенок, такая худенькая, кудрявая, с огромными глазами, которые с большим любопытством смотрят на мир. И, в принципе, у нее есть потенциал для того, чтобы она могла говорить, потому что мама была с ней на обследовании в Питерском институте, специализированном ЛОР-НИИ, и там сказали, что да, это возможно. И вот в Латвии ей помочь не могут, просто нет такого опыта. И вот именно с этой целью мы включаем наш телефон благотворительный 9306384, 9306384, евро 42 цента, звоночек, чтобы собрать денежки на курс лечения шестилетней Ксении. Всего нам нужно 2800 собрать, и как только карантин закончится, девочка с мамой сможет пройти это лечение и совершенно качественно улучшится ее жизнь. Спасибо всем большое. Напоминаю, что с нами сегодня Ирина Безрукова, актриса, любимая нами. В ее арсенале, репертуаре, в ее багаже десятки сыгранных ролей, запоминающихся, прекрасных, более 30 точно, да, вы нам сейчас, Ирин, скажете точно, как это есть, да. Кроме того, она участвует в социальных проектах во многих, и кроме того, она является тифлокомментатором высшей категории. Вот что это такое, об этом мы тоже сегодня поговорим, да, то есть всего таких людей, наверное, 20 в России, да, может, чуть больше, а таких, как Ирина, вообще она одна. Но мы все в единственном экземпляре на этой планете Земля, поэтому мы все эксклюзивны. Я действительно такая одна, это правда, как и вы. Да, вот, ну я хочу начать немножко с другого, с вашей цитаты. В ваших социальных сетях, вот на Фейсбуке вас там много, и в Инстаграме вы часто пишете что-то, и на Фейсбуке, и вот там такая вот цитата была недавно. «Предлагаю наполнить этот день позитивными эмоциями. Пусть весна выдалась не такой, как мы себе представляли, но это хороший урок. Мы научились быть гибкими, мы смогли приспособиться к новым условиям. Весной пробуждается природа, и это чувствуется даже из окна квартиры. Я наблюдаю красивый закат, и это прекрасно». И дальше вы просите, назовите 3 слова, с которыми у вас ассоциируется весна. Вот, Ирин, назовите вы, пожалуйста, ваши 3 слова. Мы начнем с позитива. Надежда и обновление. Да, надежда, радость, надежда и обновление. И мы сейчас попросим наших радиослушателей тоже вспомнить, подумать на секундочку и назвать свои 3 слова. Да, мы их не услышим, но вы для себя их назовете. И запомните, что это определяет ваше отношение к жизни, а соответственно и то, как жизнь вас принимает. И это взаимный процесс и относится к вам. Правда, Ирин, вы согласны? Да, я согласна абсолютно с вами. Ну вот нас сейчас могут покритиковать, сказать, что всем так тяжело, там кто-то очень мучается, страдает. Мы это прекрасно все знаем. И у нас программа такая, что мы рассказываем о тех, кому тяжело. Но все-таки хочется поговорить о другом. Почему нельзя пускать в свою жизнь негатив? Почему надо стараться поменьше негатива, побольше позитива? Вот есть какие-то основания у вас личные? Расскажите, пожалуйста. Я много размышляла на эту тему. Ну, во-первых, я нахожусь в карантине в Москве, не на даче. У меня нет дачи, я нахожусь в квартире. Так как и миллионы граждан моей страны и других стран по всему миру. И поэтому я прекрасно знаю, что они чувствуют,
как это. И в целом, конечно, стараюсь сохранять позитивное настроение. Ирина, а вот задача искусства в этой связи вот с тем, о чем мы говорим, да, то есть искусство, оно сейчас должно что нести больше, потому что в моде ужасники всякие, да, экраны, киноэкраны заполнены фильмами, которые не поднимают настроение, как правило, а также и спектакли не все радуют, да, своим таким позитивным настроем. Как вы считаете? Многие мои коллеги, которых я очень уважаю, к которым я прислушиваюсь, они считают так же, как я. Искусство, что бы ни происходило на экране или на сцене, должно приводить к свету или к надежде. Потому что был такой у меня опыт, я была членом жюри нескольких кинофестивалей, и когда смотришь арт-хаус на 6-м фильме, ну, фактически человек погружается в депрессию. После, я не знаю, 5 картин талантливых формата Догвилли, я не знаю, может ли вообще выжить человек. Искусство, оно, это не то чтобы оружие, это мощная сила. И когда я выбираю сценарий, я смотрю, что про что и к чему это приведет. Потому что опыт человеческий может быть разный. Человек может опускаться очень низко, тем, чтобы потом понять, что ему нужно встать и идти. Да? Человек может пережить невероятные вещи, ну вот как тот разбойник, которого Иисус Христос буквально за несколько секунд сравнял с собой. Дело в том, что главное — принять решение и не поступать так, как не нравится, так, как это неправильно, так, как это разрушающе для других, или просто отказаться от этого. Я считаю, что искусство, оно способно исцелять, потому что, к примеру, мы с друзьями обмениваемся фильмами. Я пересмотрела очень много воодушевляющих картин за это время. Вчера я посмотрела старый фильм «Ангел Майкл» с Траволтой в главной роли, наверное, многие его видели. Прекрасное, доброе кино. И в целом я начала с картины Бениньи «Жизнь прекрасна». И она непростая, да, она не совсем легкая, но речь идет как раз о том, для тех, кто не видел, что в любой ситуации можно создать свою реальность, в этой реальности подарить радость близкому человеку, даже в концлагере. Это, казалось бы, невозможно, но это невероятно трогательная, очень сильная картина, и я люблю такое кино. Ну вот есть, спасибо вам за этот рассказ, есть такие трагические произведения, картины и книги, которые, в которых вроде бы тяжелые сюжеты, а, ну как сказать, можешь смотреть вниз, а можешь смотреть вверх. И вот когда тебя заставляет это произведение вверх глаза поднять, это уже вот, конечно, совершенно другое дело, совершенно другое влияние. Вот прежде чем спросить, задать вам вопрос о тифлокомментировании, я хочу попросить вас один фильм ваш вспомнить немножко, потому что сегодня мы рассказываем о девочке, которая не слышит с рождения. Это, конечно, трагедия для родителей, и почему это произошло, никто не может сказать. У нее, да, импланты вживленные сначала не давали никакого результата, потому что там нерв поврежден слуховой. Но вот после второй операции она стала слышать громкие звуки, а речь еще не развита. То есть это все так связано. У вас был, да, мы просим, наш телефон включен для 6-летней Ксении, чтобы помочь ей начать разговаривать. Телефон 930-6384. Я буду периодически его напоминать. Прошу вас вспомнить фильм, в котором вы снимались, по-моему, называется «Балерина». Да. Да, там как раз у вас по сюжету вы играли хореографа, преподавателя, да, хореографического училища. Картина в рабочем варианте называлась «Балерина». Она получила гран-при Казахстана короткого метра в Астане. И был потрясающий конкурс под названием «Позитив». 10 молодых, совершенно малоопытных режиссеров, дебютантов снимали короткий метр. И меня пригласили в Астану, сейчас этот город называется Нур-Султан, для того, чтобы я сыграла в этом фильме. Спросила, почему меня. Там по правилам
по условиям должен быть один иностранец. Uh-huh. А поскольку я из России, а это Казахстан, получилось, что я иностранка, uh-huh. и меня можно пригласить. Я сыграла главного хореографа. И у вас имя было говорящее — Любовь. Астана Балет, да. И это женщина, которая свою личную жизнь абсолютно закрыла, и у нее глухонемой сын. Uh-huh. И она в него не верит. Но к концу картины он ей доказывает мягко, с любовью, то, что он гениальный танцовщик, и мама просит у него прощения. Вот. Очень трогательное кино. Если поискать, можно найти, называется «Я тебя слышу». Мы переименовали эту картину. «Я тебя слышу». Угу. Смотрите, какие вот параллели получаются. Это еще раз доказывает, что случайности не бывает. Мы же специально не подбирали вот героя программы и к вашему рассказу. Да? И вот вы сыграли в этом фильме, как раз там был глухонемой ребенок. У нас девочка, которая не слышит, и которой мы очень-очень хотим помочь. 9-3-0-6-3-8-4, телефончик зеленой лампы, работает всю неделю для 6-летней Ксении. Стоимость звонка евро 42 цента, меньше чашечки кофе. Да? То есть все эти маленькие звонки, они собираются в очень большую и совершенно реальную помощь. А счет помощи открыт в фонде BioOpen, с которым мы сотрудничаем. Вы его найдете на нашем сайте и на страничке «Зеленая лампа» на Фейсбуке. А теперь давайте попробуем представить, что мы с вами находимся в Женеве, где 2 года назад в Женевском отделении ООН состоялась международная конференция по социальным инновациям, на которой 26 стран мира делились своими успехами в реализации социальных проектов. Вот там присутствовала Ирина Безрукова. Ирина рассказывала о своем опыте тифлокомментатора. Я уже говорила, что тифлокомментатор высшей категории. Я, правда, не знаю, что такое низший, там высший, но это, конечно, круто очень звучит. Да? Расскажите, пожалуйста, вот мы представим, что мы там сейчас сидим. Вы уже много раз про это говорили в ваших интервью, но для наших радиослушателей, наверное, это будет довольно новая информация. Что это такое тифлокомментирование? Начнем с того, что в Организации Объединенных Наций первое выступление занимает ровно 6 минут тайминг, и потом включается все. Mm-hmm. То есть изображение, презентации и так далее. Я долго репетировала, у меня презентация на 6 минут, ровно на 6 минут. Я думаю выложить ее, может быть, в Инстаграм своем mm-hmm. или в Фейсбук, чтобы увидели. Она достаточно простая mm-hmm. и очень плотная, объясняющая, что такое тифлокомментирование. Как выступила с презентацией, все страны, участники стран, которые захотели бы далее со мной пообщаться, но уже в другой день, полчаса, у меня была, естественно, презентация полчаса с примерами, какими-то отрывками, театральными, кино, они могли прийти. И пришли представители 24 стран. Из 26. Угу. Говорила я на русском языке, поскольку везде есть синхронный перевод, и русский язык является одним из языков ООН. И поэтому мне не было совершенно никак сложно общаться с публикой. Кому нужно было, в наушник переводили с разных языков, с русского языка на разные языки мира. Что касается тифлокомментирования, что же это такое? Тифлокомментирование — это лаконичное описание места, действия, предмета. И если получаются подробности одежды, для незрячих. Тифлос в переводе с греческого означает «незрячий», «слепой». А комментирование, понятно, пояснение для слепого. Тифлокомментирование – это пояснение для слепого. Естественно, оно происходит голосом. Допустим, это просто аудиосопровождение. То есть приходят люди... Приходят люди в кинотеатр и могут слышать. Угу. Да, театр. Уже в России, это моя была инициатива, мы уже делаем это более 6 лет. Угу. В Московском губернском театре угу. Проводится тифлокомментирование во время спектакля. Обычные зрители сидят и даже не подозревают, зрячим дается наушничек, небольшая угу. рация, и они могут регулировать звук, и если что-то пойдет не так, они могут... Это жестом условным позвать угу. специалиста, который заменит рацию. Но так это бывает очень редко, поскольку
Ну да, такая батареечка, достаточно простое устройство. И все 4 часа или 5 часов, сколько идет спектакль, комментатор комментирует зря, что от начала до поклона все, что происходит на сцене. Угу. Это очень сложно. Это такое онлайн идет все, да? То есть не заранее готовится? А в кино это возможно, естественно, и это чаще всего записывается. Угу. На кинофестивалях тифлокомментаторы комментируют вживую. Это называется горячее комментирование. Угу. Вот, и буквально смотрят вместе с незрячим фильм и не зная, к примеру, что там дальше, они должны комментировать так, чтобы не было никаких накладок и ошибок. Uh-huh. Это нас учат. И есть 3 категории. Первая, вторая и выше. Я вот обладаю высшей категорией, то есть могу комментировать, что возможно откомментировать, от театра, кино, цирка, балета, я не знаю, футбольного матча и показа мод. Угу. И вы сотрудничали с фондом Дианы Гурцкая, да? Гурцкой в этом? Диана Гурцкая, она флагман. Угу. Почему? Потому что если бы она мне не сказала это слово тифлокомментирование, я никогда бы не заинтересовалась, вероятно, или просто даже бы не узнала. Угу. А тифлокомментирование знают незрячие, то, наверное, не все, но сейчас уже за 6 лет мы сделали достаточно много. Я являюсь таким человеком, меня друзья называют человеком, который толкнул домино. Знаете, вот эта история, да, когда ставят, да, домино вертикально, а потом одно домино падает, и за ним падают все остальные. Все остальные. Вот. Ну, в общем, так получилось, что я заинтересовалась, поступила в институт, окончила его. На этом же курсе учились несколько моих коллег, с которыми мы комментируем в театре. А также мы делаем фильмы, и особенно сложные фильмы для комментирования являются жанра экшен. Экшен, конечно. Или «Человек-паук», там за секунду времени происходит много чего, он же перелетает, там стреляет. Вообще не представляю даже, как вы это делаете. Я вот сейчас у нас на несколько минут перерыв на рекламу, потом просто попросим вас рассказать, а как реагируют дети, когда слышат вот это. То есть вот какие-то трогательные моменты наверняка были, да? Пожалуйста, оставайтесь с нами, через несколько минут мы продолжим. Микс Ньюс. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Напоминаю, что мы сегодня помогаем 6-летней девочке Ксении Рижанке собрать денежки для лечения в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте ЛОР, для того, чтобы она смогла говорить. Наш телефон 9306384. И напоминаю, что у нас в гостях сегодня по скайпу с нами вместе актриса Ирина Безрукова. Мы в первой части говорили о тифлокомментировании, о том, что это такое, и попросили Ирину вспомнить какие-то трогательные моменты, как дети на это реагируют. У нас в театре есть такая практика. После детского спектакля, заранее, конечно, мы предупреждаем незрячих, сопровождающих, родителей этих детишек. Детишки могут пообщаться с главными героями, и главные герои выходят в костюмах. У нас очень дорогой спектакль «Маугли» и шикарный костюм, вплоть до того, что у Багиры шерстка. То есть вот костюм, который напоминает на ощупь шерсть вот кошечки. Uh-huh. И когда приходят детишки, они начинают трогать. Они начинают трогать павлина, павлини перья. Они начинают волка, маску волка. Это маски, костюмы. И потом общаться с Маугли. И Маугли, я помню, первое общение было, актеры волновались не менее, чем дети. И был такой актер Ирюша Малаков. И он опустился на колено, потому что ребенок невысокого роста, но ребенка. И он на одном уровне лицо в лицо держит его за ручки и говорит: «Ты знаешь, что мы с тобой одна крови? Ты и я». И я вижу, что у ребенка восторг и слезы, и у Ильи ровно такие же. Mm-hmm. Потому что он понимает, что этот маленький мальчик, вот у него очки, но он практически ничего не видит. Еще несколько детишек совсем незрячих, что они пришли, и вот потом подошли к нему уже как к персонажу. И со временем, конечно, они более уверенно стали общаться, актеры, и очень любят это все. Несмотря на то, что они очень устают в спектакле, они играют несколько спектаклей в день иногда. Они всегда выходят, всегда фотографируются. И, кстати, незрячие, в том числе и детки, очень любят фотографироваться.
Их мама зовет, они на голос поворачиваются, улыбаются, позируют и фотографируются вот со всеми участниками. Вот вы сейчас очень важную вещь сформулировали о том, что милосердие, благотворительность, вот какие-то хорошие дела, они приносят радость тому, кто это делает. Да? Вот абсолютно такую настоящую радость. И я как раз хотела спросить, почему вы начали заниматься благотворительностью? Вы успешная, красивая женщина, востребованная актриса. Да? Почему вдруг вот вас в эту сторону повернуло, и вы стали отдавать свое время тем, кому трудно? Но на самом деле у меня очень не совсем простая, скажем так, жизнь. И с детства я никогда не жила в достатке или в роскоши. И я ценила все то, что делали для меня родственники. Мне передавали какие-то вещи от выросших, там, я не знаю, моих родственников. Мне что-то дарили. И вот каждая, вот это может быть большая и не очень дорогая вещь, которую мне дарили, она для меня была очень ценна. Меня воспитывала и сестра-бабушка, бабушка была очень пожилая, и понятное дело, что у нас никогда не было ничего лишнего, иногда даже необходимого. И я так понимаю, что вот это красивое и большое слово «благотворительность», оно звучит очень несколько... Торжественно. Да, торжественно, но слово «помощь» и «милосердие», мне кажется, любая девочка, которая видит качество грязного, там, не знаю, блохастого, красивого дома, в тайне от родителей, пытается его отмыть, накормить и спрятать под кровать, но он, естественно, выбегает в самый подходящий момент. Это уже благотворитель. Mm-hmm. Просто это идет от сердца, когда есть такой посыл. И в целом, когда что-то делаешь для кого-то и видишь, что это помогло, ты испытываешь вот невероятное чувство такой вот радости. И кто-то сказал, что благотворитель – это человек с повышенной степенью эгоцентризма, потому что получает удовольствие. Ну, наверное, да. В чем-то это правда. Да, и вот это не какая-то купленная вещь, даже очень дорогая, которая через полгода, через год вообще уже не приносит радости. Это что-то сделанное такое, особенно это касается когда жизни, здоровья и именно правильного детского развития. Вот когда еще не было фонда «Подари жизнь», Чулпан Хаматова и Диночка, они мне позвонили и пригласили прийти в больницу, раковое отделение, да, и я пришла, это было более 12 лет назад, еще не было фонда даже, только просто собирали какие-то средства такими кустарными методами. У Чулпана был маленький ребенок, она сидела в своем подъезде на подоконнике, я обзванивала всех на первый концерт. Я пришла в клинику, увидела этих детей. Мне было непросто, но мне сказали, что нужно держаться, потому что дети не хотят видеть удрученные лица, испуганные, они хотят радоваться. И я собрала в себе своего, хоть я и женщина, мужество, пришла, увидела этих детишек, лысеньких, бледненьких, запертых в боксы. Вот сейчас очень многие люди, находясь в квартире на самоизоляции, понять, как это. Но только деткам еще нельзя открывать окна. Там все стерильно. То есть они все время находятся в заперти. 2-3 месяца, иногда больше. У них огромные, кажется, глаза, потому что они лысенькие, глаза вот на все лицо, грустные, печальные, и они бледные-бледные. Иногда цвет кожи вот просто зеленоватый даже. И когда они оживляются, когда по их мамам видно, что ребенок вдруг... Он берет эту капельницу, которую там на колесиках катит к этому окну бокса, потому что у него капельница все время стоит и капает, капает, капает вот эта химиотерапия. Он вот так, и он там начинает разговаривать, он что-то там общается. И врачи говорят, что улучшаются анализы. Mm-hmm. Вот это и есть маленькое чудо человеческого общения, вот которого сейчас очень многим нам не хватает. Обняться, пожать руку, посидеть вместе, посмеяться. Я уверена, что после окончания карантина в Москве он очень плоский. И до сих пор, все, наверное, вы знаете об этом. Я думаю, что мы с огромной радостью будем больше гулять, чем ездить в машинах. И предпочтем пройтись пешком и поговорить, чем сидеть где-нибудь долго в помещении. Ценишь невероятные вещи. Я когда иду в магазин, разглядываю по пути
каждую травинку, которая мне попадается, каждый листочек. Вот сирень, сначала листочек, потом уже зависть, теперь уже цветы. Дождь пошел, я стою, лицо подставляю дождю, капает на маску, на очки. И все это такое вот капельки, фотографирую это по пути. Цель все иначе, и воздух другой, запахи другие. Я открываю окна, но в Москве сейчас холодно, 8-12, ладно, дожди, грозы. И все равно я открываю, одеваюсь тем, чтобы вот ветер. Все переодеваешь, когда чего-то тебя лишают. Вообще, мне один знакомый мой сказал, как сделать счастливым. Сначала нужно у него что-то отнять, а потом ему вернуть. А потом вернуть. Да. Ирина, ну вот давайте напомним, что вы за вашу работу тифлокомментатором получили награду недавно, да, награда это называется «Звезда театрала», да? А самая последняя, да, это «Звезда театрала», это очень почетная премия, это премия за лучший социальный проект в театре. Я в Москве более 250 театров вместе с театрами «Сибири». Угу. В стране грандиозное количество. И большая честь получить премию «Театрал» в этой области. Мы вами гордимся. Еще очень потрясающая у вас премия есть. Не премия, а награда имени... Награда Сергея Радонежского. Да? Да. Вот это первая награда. Угу. Так получилось, что Московский губернский театр относится к Московской области, хотя находится территориально в Москве. И мэр Московской области, всеми очень уважаемый Андрей Юрьевич Воробьев, действительно очень много сделал. В области живет моя сестра. И она говорит, мы вам Воробьева не отдадим. Mm-hmm. Самый лучший комплимент, потому что там просто потрясающе, что происходит. Но действительно очень много хороших... И Андрей Юрьевич был у нас на первом тестовом показе. Я комментировала спектакль Пушкина, Владимира Гвардская, СМИ. Это был пресс-показ. Мы хотели потом провести обычный спектакль с тем, чтобы зритель не отвлекался ни на фотограф, ни на камеры, ни на какие-то там речи, а просто пришел на спектакль, сел, и вместе со всеми незрячие зрители, они используют слово «смотреть», посмотрел спектакль. И когда я прокомментировала первые какие-то несколько сцен, которые были сыграны специально для пресс-показа, Андрей Юрьевич поднялся наверх в кабинку тифлокомментатора, увидел, как там все устроено. И потом, спустя какое-то время, он так впечатлился, что было принято решение, не им одним, конечно. Я думала, что мне дадут какую-то очередную грамоту. У меня очень много всяких грамот и от первых леди государства за благотворительность, ну, за другие проекты. Еще за что-то ему я приеду и возьму какую-нибудь, ну, уважительную, да, такую грамоту и письмо. И я вижу, что объявляют, люди выходят рождение за грамотами, потом за какими-то знаками, уже небольшими, за какими-то подарками. И я понимаю, что время идет, а меня не приглашают. Ну, наверное, что-то идет не так. Я рассчитывала на грамоту, и вдруг в конце объявляется, а теперь самая высшая награда Московской, которая существует в Московской области, орден Сергия Радонежского, вручается. Ну, тут, я думаю, точно не мне. И он вдруг называет мою фамилию. Я растерялась. Я вышла, это очень красивый знак, такой вот, на ленте такой георгиевской, красивый. Ну, это дорогого стоит. Ири... Да, потому что признание, оно очень важно. Это как даже инфоповод для того, чтобы рассказать еще раз об этом. Угу. Что многие-многие мои коллеги и незрячие, и журналисты знают эти комментирования именно от меня. Получилось, что очень многие люди хотели что-то стронуть, что-то сделать, но они не были так медийны. И вот есть узнаваемости... Когда тебя узнают, ты можешь донести что-то до людей. И это тоже радует, потому что, к примеру, у меня нет больших денег, да, кому-то помогать регулярно или много, или, не знаю, помочь половине планеты. Но я могу своей популярностью, как, под пример, привлечь внимание, да.
Да, но что касается благотворительности, я если призываю, допустим, кому-то помочь, я сама делаю перечисления, потому что мне кажется, что нечестно. Ну, это мое мнение личное. Я никого не сподвигаю, потому что иногда, потому что мне кажется, что если бы, я не знаю, такие известнейшие люди в нашей стране, не знаю, ну, допустим, как Алла Борисовна Пугачёва, захотела сделать сбор на лечение, то он собрался буквально бы за несколько часов. Угу. Достаточно популярно. Но есть же, комментируют, да, и в Инстаграм, и в Фейсбук, люди, есть люди, которые никогда не помогут, но да, есть такая категория людей, поскольку они не верят в то, что это возможно, то есть что деньги пойдут туда, куда надо. Я понимаю, мы тоже несколько раз время обжигались, но теперь мы знаем, как перечислять, как проверять информацию, и мошенникам мы не помогаем, естественно. Но есть люди, которые просто приходят и говорят, а сама ты сама. Ну, я говорю, да, конечно, и сама, и сама. И фонд «При жизни» регулярно присылает мне письма с благодарностью за помощь тому или тому ребенку. Я стараюсь 10% от своих заработков отправлять благотворительность. А очень большая, конечно, самая награда, когда видишь, как, что ребенок, которому врачи там сказали, он безнадежен, и отправили маму с ним домой, и проходит там год или полтора, и этот ребенок встает на ножки, начинает ходить, или он начинает говорить, или начинает. Мы видели таких историй за 4,5 года очень много. И в принципе, наши вот все герои нашей программы – это очень мужественные люди, которые, они борются, это очень-очень важно. Ирин, вот давайте, у нас времени уже все меньше остается. Вы сказали про детство фразу, да, вот я хочу все-таки к этому моменту вернуться по двум причинам. Во-первых, вы недавно, прямо перед карантином, участвовали в фильме, который, наверное, еще продолжится, «На круге», да? Он сейчас на паузе, этот фильм? Да, он сейчас на паузе. Который посвящен священнику, священномученику, святому Николаю Попову. Это святой Донской земли. И, в принципе, это ваша родина, да? То есть у вас съемки... По условию проекта продюсер сказал, что он хотел бы, чтобы большая часть главных героев была именно или из казачества, или родом из Дона. Я родом из Дона, и меня пригласили на кастинг. Я пришла, пробовалась с главным героем, и нас обоих утвердили. Андрей Мерзликин играет как священника, да, а я играю реальный тоже персонаж, реальная женщина. Его супругу, матушку Зинаиду. Да. Ну, там просто созвездие. Там и Певцов играет, и Башаров, и Нина Русланова, да? И просто, да, наверное, какое-то будет... Знаю количество известнейших людей, А расскажите, пожалуйста, в двух словах вот об этом человеке, об этом герое. Это не самый известный святой, но вот, в принципе, после фильма, наверное, люди узнают. Да, это важно очень. Вы знаете, речь... просто о геноциде, на самом деле. Я сама, хотя я родом с Дона, но кто бы мне рассказал в школьное время, не знала о том, что был геноцид казачества. Вот все знают о геноциде разных народов, армян, да, очень многих. Но никто не знает, что это казачество. И люди поделились на несколько лагерей, и те, кто жили в соседних дворах, становились врагами. Становился красным, кто-то за красным, кто-то за белым. Священник, к тому же, обладал знаниями в медицине, и он лечил людей. И несмотря на то, что закрывали храмы, все равно людей приглашали, по-прежнему это делалось, может быть, неявно, он приезжал, и кроме того, что он все свои службы отправлял, он еще мог помочь вам как доктор. И он заразился тифом и болел, да, болел 3 месяца, лежал вне сознания, жена и дочь ухаживали за ним. И стало понятно, что чтобы его лечить, нужно отправить его в город. И отправляя его в город, жена даже не знала, что он не вернется. Но не вернется он не потому, что его не вылечит, а потому, что его погубит. Вот. Есть такая сцена в фильме, мы ее еще не снимали, когда она его
ну, он лежит на телеге, там все устроено, когда они проезжают, там плачет, она уезжает, она ждет, смотрит, когда уезжает, телега в точку превращается, она запрыгивает на коня и скачет, она видно, что-то чувствует. Женщина обладает невероятной интуицией. И она на коне догоняет эту телегу, и какое-то время с ним общается, верхом спешивается и так далее. Ну, в общем, это непростая история. И матушка Зинаида очень много хороших сделала дел, потому что было много беженцев и больных, и в том числе она ухаживала за больными, пустила в свой дом совершенно чужих людей, расположила и жила на какое-то время. Ну, читала, что во время съемок вы просто там окунулись в этот быт, да, казачий, да. И даже подсолнухи там сажали, и песни пели. Какая песня у вас любимая? У меня много любимых казачьих песен, много. Но мне нравятся песни «Не для меня», мне многие нравятся, но там был именно фольклорный ансамбль, и там были реальные бабушки, которые поют. И вот мы выучили по 2-3 куплета, потому что кино такая хитрая вещь. Есть у актера крупный план, и вот когда его показывают, именно видно артикуляцию, что он поет или певает, да. Дальше камера уходит и может хор петь, да. И мы выучили по несколько таких вот куплетов с припевами и пели аутентичные казацкие песни, которые мало известны. Вот это куда интересно. Ирина, ну вот учитывая ваше донское детство, вы на коне скакать как? Можете? На самом деле я жила в городе, я городской житель. Я такой человек, вообще человек мира. Что касается моей национальности, по национальности я украинка. И до сих пор я общаюсь, дружу и снимаюсь на... Вот, я не привыкла говорить в Украине, мне это неудобно, поскольку я из Советского Союза. Вот. И что касается моей бабушки, она не была состоятельной, она из деревни, из-под Харькова, из села. И там у нас была коза, козу я доила, естественно. Там куры, кролики, ну все, что нужно, любая живность, да, и обычный сельский быт, самый простой. Но лошади не было. И я всегда видела, когда кто-то наверху на конях, или вот когда делают украинские хаты, то месят навоз конями. И сидят какие-нибудь наездники, то есть всадники на этих конях. И вот эти лошади там ходят по этой глине, вот этими копытами ее разбивают. И я как-то подруге своей сказала, вот если бы он только слез и отвернулся, или не отходил, я бы села и ускакала. Но мне повезло, у меня такая профессия. Я научилась ездить верхом для картин на графине де Монсоро. Де Монсоро, да. Да, и несколько раз повторяла вот эти вот всяческие поездки. И хотела бы, конечно, к этому вернуться. Я не самый смелый человек, но что касается вот верховой езды, если будет спокойный конь, я готова опять позаниматься. Это здорово. Но насчет не самый смелый человек, я бы усомнилась, поскольку нам известны ваши проекты. Форт Боярд, да, вот этот знаменитый, где там чего только не было, что у нас. Да. Потом последний герой шоу, да, где вы участвовали, что у нас зависла связь. Вот. Перезвонить, может быть? Я вас вижу прекрасно. Видите, а у нас немножко завезу. Вот, и да, вот этот вот последний герой, когда вы участвовали, актеры против экстрасенсов, да, и вы похудели на 8 килограмм, там, да, мы, нам известно, питались там горсточкой риса. Что самое трудное было? Это очень смело вот так поехать на остров, остаться там. Одно из самых сложных было отважиться. Директор мой разговаривал со мной несколько раз. Я кажется, говорила, я не спортивная, я старше всех, кого хотят взять в этот проект. Я не уверена, что я могу быть там полезна, я не уверена, что я справлюсь. Я действительно отдавала себе отчет, посмотрев предыдущие проекты, как это непросто. Я смотрела американские проекты, израильские, с тем, чтобы какие-то, как говорят сейчас, лайфхаки, которые мне очень пригодились.
Но поговорив с Настей Задорожной, она участвовала в подобном проекте, и с Аленой Свиридовой, они мне рассказали все хитрости и сказали: ты знаешь, этот опыт невозможно получить нигде и никогда, только там, на этом проекте. И я согласилась. Самое сложное, наверное, это была первая ночь и первое утро, когда ты спишь на пляже на песке, вечером холодно и ночью прохладненько достаточно. Просыпаешься весь в росе, и первое, кого ты видишь, это оператор и его камера. Открываешь глаза, есть такой измотанный, уставший. Первый день очень тяжело нам всем дался. Мы вымокли, мы плыли к этому острову, мы не успели развести костер, у нас не получилось. Наступила глубокая ночь, и темень страшная. И мы просто попали, что называется, спать. И первый, кого мы увидели, вот хорошо тебе, плохо тебе, тяжело тебе, выбиваешься ты из сил, жара плюс 50 на солнце, а ты 2 часа или 4 соревнуешься в этой ситуации. Я думала, что просто это невозможно и физически. И когда эмоции у людей, вдруг нервная система не выдерживает, но самое сложное — это находиться в каком-то внутреннем эмоциональном балансе. Ну, на 90% мне это удалось. Я считаю, может быть, более чем многим другим даже, потому что я понимала, как всем сложно, и давала большую скидку людям на то, что им надо куда-то это, ну, они не могут в себе это держать. По отношению ко мне не было никогда никаких приятных моментов. Наоборот, конкуренты прибегали тихонько мне жаловаться. А что там вдруг? У них там совсем непросто все. Ну, мы даже читали, что вас ангелом называли, да, ваши коллеги? Они мне подарили в конце проекта медный браслет. Такой простенький совершенно. А внутри, дело в том, что у наших ребят, у некоторых появились прозвища какие-то. И было выгравировано внутри, гравировочка такая простая совсем, как кого кто называл. Ну, в общем, смешные названия. И я думаю, интересно, а что же там? Я поднимаю этот браслет, смотрю на него, а там написано по-английски «ангел». И я чуть не расплакалась. Да, очень, очень трогательная деталь. Ирина, к сожалению, наша программа уже подошла к концу. Мы благодарим вас за рассказ. Еще очень о многом хотелось бы спросить, но мы надеемся, что мы повторим как-нибудь, да, эту беседу, потому я что вопросы... Я передаю всем привет, благодарю Елену Бомбину, супругу Михаила Николаевича Задорнова, за то, что она нас вот соединит. Ее лампа тут стоит с нами рядом, да. Мы очень рады вас видеть. С большой любовью отношусь к вашей стране и ко всем ее жителям. Я люблю и часто бываю и в Риге, и в Юрмале, и собираюсь еще поездить, и надеюсь, что со временем мне это удастся. Спасибо вам большое, и всем хорошего дня. Телефон 9-300-6384 работает всю неделю для 6-летней девочки. И желаем вам радости и хорошей весны. Спасибо, Ирина.